Сегодня в 19:55 на канале «Россия-2» прямая трансляция бойцовского шоу «Легенды», центральным событием которого станет бой с участием Мирка Филипповича и Алексея Олейника. Ну и прямо сейчас прогноз на этот самый бой даст человек, который мог стать непосредственным участником этой самой схватки. Вот так получилось. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что речь в данном случае идет об Александре Емельяненко. Если говорить вот про предстоящий бой Олейника с Крокопом, какие-то ваши мысли, может, соображения, чем все закончится и как? Ну как все закончится? Бедный Олейник. Вот так вот все и закончится. Он ничего... Совсем без шансов? Да вообще без шансов. Он ничего не умеет делать. Он даже в партер переводить толком не может. Вот. А Крокоп, он хорошо борется, хорошо чувствует борьбу. Поэтому Олейнику сегодня достанется. Ну, а сами вообще сильно расстроились, что не удалось встретиться с Каракопом? Все-таки у вас есть какая-то история уже личных отношений? Да нет, не сильно расстроился. Я думаю, этот бой будет у нас впереди. Мне вот не понравилось, как Каракоп обо мне обзывался. Вот. Непонятно почему. Мне хотелось бы тоже вот сказать за него. Я тоже знаю, что у него рыльца в пуху. Вот. Но я не буду уподобляться Крокопу и придержу вот это вот до следующего раза.